Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данные прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в Союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда. В 2020 году Беларусь примет председательство в нашем Союзе, возглавит коллегию ЕЭК. И мы готовимся со всей серьезностью. ЕАЭС – очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий, эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положение договора о ЕАЭС.